В эти минуты проходит открытие 4-го Якутского международного кинофестиваля и Всероссийского регионального форума кино. В Якутск приехали более полусотни участников, ценителей кино и экспертов из регионов России и 12 стран мира. За главный приз «Золотые снежные очки» будут бороться 9 художественных и 7 документальных фильмов. Кроме этого, якутяне смогут посмотреть около 60 внеконкурсных картин. Центром кинофестиваля станет Саха-академический театр, вход свободный. Фестиваль завершится 21 августа.